Всем привет! Рад вас видеть. А детей вам слышно, как кричат? Сделай, чтобы не слышно было. А так не слышно? Тогда и песни не будет вам слышно. Есть у кого-то вопрос? Может, кто-то может созрел? Или слышно детей все равно? Да, слышно. Ну что, нету ни у кого вопроса? Такая тема крутая. Что вы ждете от отношений, да? Никто ничего не ждет. А ждут сами отношения от нас. От отношений ничего не ждете, да? Бог, скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то алгоритм построения отношений? То есть без чего отношения все равно придут в тупик? То есть вот они же встраиваются как-то. Оно же само собой как бы не происходит все равно. Все равно это выстраивание чего-то. Хотя бы, не знаю, хотя бы начальные какие-то. Будет что-то делаться? Выстраиваются отношения, правильно? Не происходит, да, сами собой, вот просто. Не, они случаются, а потом их разрушают обычно. Кто разрушает? Ну, двое. Иногда один, иногда двое. Потому что так надо? Или потому что не умеют так строить?
Ну, потому что не подходит то, что есть. Ну, вначале идут в отношения не из-за самих отношений, а просто из-за чего-то, что нужно им вдвоем этим. Ты имеешь в виду выгода? Ну да. Ну, первоначальное вроде нет. А первоначальное может же быть просто секс. Или просто встреча, просто обаятельные двое встретились, да? Просто визуально друг другу понравилось, да, ну, грубо говоря? Да, понравилось. А потом привыкать начинает, а потом уже начинает жить ради чего-то. В этот момент они готовы сделать друг для друга все, что угодно. А потом уже нет. Ну, долгие отношения, они на чем базируют? Ну, разные же. Они же... Ну, разные отношения, разные базировки, на чем они создаются, за что они удерживаются, для чего они удерживаются. У каждого свое. Получается, если нет энергии их удерживать, это так должно быть? Или как? А что такое энергия удерживать? Ну... Если нет любви, то зачем их удерживать? Ну... Любовь, она же... Это состояние твое внутреннее, правильно? Это же не... Ну как, это же мы же говорили с тобой, это не влюбленность, да, от ума. Любовь — это твое внутреннее состояние, правильно? Причем здесь человек, как бы, ну, если я правильно понимаю. Или все равно влюбленность, она все равно происходит. Ну, есть различия между влюбленностью и настоящей любовью. Она есть. Потому что ну, влюбленность — это другое. Это ты бежишь, мчишься, горишь. То, ну, такое состояние. Пока ты не познала любовь, то ты не познаешь другого, в другом человеке любовь. Я ее не познала? Нет. Люди много говорят друг с другом, а они на пути к этой любви, то есть друг к другу, или нет? Или это не значит? Ну, как имеет, как бы, но все равно это недостаточно. Не, ну говорить можно друг с другом, это не путь к любовь друг к другу, а путь к познанию друг друга. Потому что ты же не познаешь
любовь в человеке, если ты познал на любовь в себе, ты его уже принимаешь таким, каким он есть. Ты не живешь ради чего-то с ним. А ты просто ради, ну, живешь, потому что он рядом с тобой, и все. Ты ничего ему не должна, и он тебе ничего не должен. Вы не живете ради того, чтобы сделать друг другу что-то. А если вы не сделаете, то вы уже не живете, да? Потому что вы не сделали друг другу что-то такое. Если он что-то хотел, а ты не сделала ему, он обиделся. Когда я начну себе разрешать все, мне не нужен будет кто-то, чтобы помогать реализовывать или восполнять то, что мне не хватает. Правильно? Все начинается с себя. Что начинается? Что? С себя. Ну, обычно стереотип. Мы когда-то говорили, там, половинки бог с ним. Живешь сам, сама, так как есть, когда нет ожидания от отношений, от половинок, что это что-то возьмется, отдастся, получится, оно будет просто приходить вне отношений. Но ты же будешь искать человека ради чего? Ради наполнения себя. Да. А если ты наполненная, зачем тебе человека искать? Ради наполнения? Да. Можно встречаться или жить. Но это не обязательно, чтобы, как нас приучили, в паспорте печать, ты фамилию взяла, у тебя есть муж, у него есть жена, вы уже начинаете друг другу быть должны. Ну и многое всего там, когда происходит, когда появляется семья сама. Кто-то делает из-за того, что ему делают. Если ему не делают, он перестает делать. Ну, если представить, что этого человека нет рядом. Он вроде бы есть, но его не существует для тебя. Ты не делаешь какое-то действие ради того, чтобы он потом тебе что-то сделает. Взаимная какая-то выгода.
Если он не сделал, ты перестаешь это делать. Ну и там миллионы придуманных сравнительных моментов, которые берут как будто бы, ну как песочные часы, переливают с одного места в другое место. Болтовня начинается. Больше разговора, чем действий. Откуда выгода появляется? Ну так ты ничего в этом мире не делаешь, если не будет выгоды. Ты не хочешь сама даже делать ничего, если выгоды не будет никакой. Так заложено в обществе выгоды, в том числе и от отношений. Так заложено в обществе, в том числе и относительно отношений. Да, все, да. Ну вот у тебя появляется ребенок, даже не брать мужа, и ты уже хочешь что-то от него, ты уже требуешь от ребенка что-то, что он себя не так ведет, должен себя так вести. Ну и фиг с ним, с этим мужем, он же чужой, но ребенка-то ты вынесла его, 9 месяцев носила, родила, мучилась, кормила. А тут он не делает так, как ты говоришь. Какой смысл в этом ребенке? Никакого. Ты обижаешься на него, ты говоришь, ну что ты вообще, я что, зря это делала все. И начинаешь ему говорить, я ради тебя все, а ты ничего ради меня. Я же только ради тебя это все делаю. Но не видишь, что это все ради себя ты делаешь. Потому что ты не видишь, что ты его заставляешь делать действия, которые тебе не выгодны. Чтобы он их не делал, а чтобы делал такие, которые выгодны тебе действия. Ну, так мир построен на таких жизненных ситуациях. Эгоиста быть на высоте, поэтому выгод. Ну, желание иметь потребность от этого человека. Ну, выгода, потребность, не важно, что это будет. Тебе же, если не будет выгодно, ты скажешь, а что ты, я сделала покушать, а ты не поел. Что мне там мусор кидать? Ты даже здесь не сдашься. Начнешь кричать, орать, кушай. Я все для тебя делала. А в чем здесь выгода? Ну ты что, как дура возле плиты стояла? А еще если ты уставшая и злая, и ты начинаешь кричать, потому что ты устала, а ребенок здесь причем вообще никакого отношения к твоей усталости не имеет. Точно так же, как и муж, и жена, никакого отношения к твоему усталости не имеет. Ты где-то устала, а пришла домой, орешь дома. Не ходи туда, если ты устаешь. Зачем туда ходить, где ты устаешь? Вообще нету смысла в этом. Лучше побыть с тем человеком, кто рядом, и насладиться присутствием. Жизнь тебе подберет другую ситуацию, там, где ты не будешь уставать.
Жизнь тебе поменяет направление. Потому что ты будешь жить не только ради себя, а ради человека, с которым ты находишься. А так ты ходишь ради человека на работу, потому что ты ему помогаешь деньги зарабатывать, к примеру. А он тебя не ценит, что ты деньги ходишь зарабатываешь. А ты его перестаешь ценить, начинаешь злиться. Ну, миллиарды опять этих всех концепций, как лучше, как не лучше, как хуже. Давай мы построим нашу семью на таком. Семью надо строить просто на двух человеках. На себе и на том, кто есть, но его не трогать. А он тебя, чтобы не трогал. Вы должны понимать друг друга. Друг друга просто с полуслова. Без доказательств каких-то, без упреков. Это как ты чай пьешь, и чай тебе не противоречит, чтобы ты его пила. Ты его пьешь, продолжаешь пить, наливаешь, пьешь, но он не кричит, не пей меня, ты шо? Ты же меня выпьешь, а потом что со мной случится? Зачем ты меня пьешь чай? Не пей меня, Вась, не пей меня, ты шо? Что со мной произойдет? Ну, когда есть два ума, начинают воевать друг с другом. Да. Очень сложно принять человека таким, какой он есть, потому что сложно принять себя таким, какой ты есть. И это не принятие себя таким, какая ты есть. И будет противоречить другому. Потому что ты не знаешь, как, кто ты, какая ты. А он еще поддаст чуть-чуть дров. Скажет, да ты вообще дура. А ты говоришь, а я дура. А ты вообще козел конченый. И пошло, поехал. А он говорит, а я козел, да, это я хожу целыми днями на работу. Это ты вообще конченый, вообще, я не знаю, нафиг ты мне всралась. И пошло, понеслось. А так он тебе говорит, ты дура. Но ты знаешь, что ты не дура. И сидишь на него, смотришь. А он пришел злой. Ему надо кого-то поддеть, чтобы ему ответили, чтобы он ответил. Он тебе говорит, ты что, дура, не понимаешь? Я к тебе обращаюсь. Ты на него сидишь, смотришь, улыбаешься. Потому что ты знаешь, что ты не дура. Просто он сейчас злой такой. И улыбаешься, говоришь, иди сюда, я тебя поцелую. Зашел, дура, блин. Да просто так. Просто так меня целовать не надо. Обнимаешь его, целуешь. Он тает. Он забывает, что, каким он пришел. Через 5 минут он вообще не может вспомнить, что там у него происходило, откуда он пришел злой. И все. А стоило просто свое эго засунуть в одно место и не противоречить ему, просто улыбнуться, сказать, что я тебя люблю, потому что эго не будет, потому что ты знаешь, кто ты на самом деле. Это сейчас он может говорить такое, вспыльчивый, он же не всегда такой. Иногда моменты, мгновения какие-то. Эти мгновения, моменты ты воспринимаешь не так, как ты раньше воспринимал, а по-другому.
начинаешь улыбаться и говоришь ему, что ты его любишь. А у него безумие будет, конечно, в глазах. И если ты уже осознанно это ему говоришь, ну, ты завтра там когда будешь, где ты сегодня был, и если ты опять будешь злиться, ты не бойся, просто выскажи это прямо там. А домой придешь свободный человек. Так ты и на работе будешь свободный, и домой будешь приходить свободный. У тебя не будет злости ни на меня, ни на работе, потому что она не постоянно держится, эта злость. Если ты ее освобождаешь, она не постоянно приходит, потому что это то же самое, что круглый год у нас на земле будет лить дождь. Что будет происходить? Болото появится, лягушки заведутся, какие-то квакушки, будем лягушек жрать. В общем, ничего не будет, только лягушки, рыбы или что-то еще. Ничего не сможет расти, ни деревья, ничего. Вода укроется, ой, земля укроется водой. Солнце не будет, сушить нечем будет. Откуда-то вода пришла и льет. Вот так и это. Злость. Не будет литься злость. Она пришла и ушла. Появилась злость из-за чего-то там. Неправильно его поняли, неправильно он кого-то понял. Не важно. Ну, в моменте выясняются отношения и все. И так во всем везде, не только в отношениях. С ребенком, с мамой, с папой. Дядей, тетей, с братом, сестрой, соседом, сватом, с чужим человеком на дороге. Посигналил тебе, сказал тебе, ты ему да, ты говоришь, да. Извините, я вам подрезал. Или резко затормозил. А он тебе кричит вслед, да ты не понимаешь, что ты мудак, ты конченый мудак. Ну наши как делают? Он тебе подрезал, а ты ему резко начинаешь его обгонять и резко потормозал. Я тоже так делал здесь. Или сигналит друг друга. Да, он мне говорит, ты не умеешь ездить. Я говорю, я? Ты вообще видел, как ты ездишь? Я не умею ездить. Он говорит, ты поехал не с того ряда там-то. Я говорю, я не с того ряда поехал. Он, да, ты нарушил. Или я нарушил? Да. Говорю, поехали. Поехали там, где я нарушил. Он злится. Поехали. Я говорю, поехали. Поехали. Приезжаем. Ну, есть, которые культурные, они говорят, о, извини, брат. А когда этот знак поставили, я говорю, давно уже, полтора месяца. Он, о, ну, извини. Я говорю, хорошо, пока. Ну это когда уже я такой стал, а так я бы ему там пихал. А если отношений нет, а есть ожидания, то изначально будут строиться отношения на ожидания? Нет, отношения не построятся, потому что будут только ожидания. Это как пойти в туалет, сесть на унитаз и ждать, когда покакаешь. Ожидания будут, какашек нет. Ожидания будут, какашек нет. Ну, а ты знаешь, что тебе далеко идти, а туалета нету, и ждешь. Потому что если выйдешь, а всегда так получалось, выходишь, и оно случается. И думаешь, нет, но сегодня я-то все равно это все сделаю, чтобы не случилось. А то на полдороги не знаешь потом, в какую сторону бежать. Возвращаться или бежать быстрее до туалета я бежу. Так и здесь. Ожидание есть? А само проявление, оно нету его, потому что ты же ожидаешь, а не
видишь само проявление. Надо понимать просто, что ты хочешь. Потому что по дороге иногда случается у тебя, но ты видишь человека и смотришь, что, а, Господи, я что такого ожидала, не надо мне такого. Что случилось с этим миром? Что эти все время женатые какие-то, да неразведенные. О, или турки, видишь, турков много, наверное, очень. Турков очень много, всех турки достают. А знаешь, почему их много, чего они не могут определиться? Потому что им отказывают постоянно. Если бы их взяла одна, вторая, третья, четвертая, их бы уже не стало. Все. Они бы были заняты уже все, у них бы не было желание кого-то искать, что-то искать, потому что у него рядом уже жена есть, женщина и все. А так женщина часто отказывает мужчинам, что мужчина все время в поиске. А женщины тоже в поиске. И ищут друг друга. Но я тебе говорил, что освобождаться в моменте. Это и было в моменте. Человек сказал, я сказала. Человек еще сказал, и тут Остапов понесло. И было... высказал. Это началось вот такое. Но это было как такое. Бы не этого человека, может быть. Ну и фиг с ним. Значит, он попал не в нужное место, не в нужное время. Оказалось, свекрови, его отношение к ней, отношение к Мирославу, и как мне не хочется ездить, потому что она перед меня постоянно относительно Мирослава. А, ну ты высказала? Сказала, что я это скажу, я сама тоже не ожидала, что я это скажу, но после этого это было очень классно. Ну, я понимаю да? тебя. Здесь еще одна понимает тебя, как это легко. Но как эту терпелу, которая терпит подходящего момента. Ну, так ты учишься. Пока так происходит, потом легче будет. А потом ум начнет нагибать тебя. Не, ну вроде бы ты почувствовала освобождение, это ж легко сейчас, классно вообще, ну легко же это делать, правильно, ты раз и высказалась, что здесь плохого и что здесь сложного, а потом он придумает, говорит тебе, не, ну господи, это со свекровью просто так было легко, а сейчас, ну попробуй сейчас. Попробуй с папой или с мамой. Да, и ты язык насовываешь свой куда-то, и говоришь, не, ну. А потом еще может сказать, что а что ты одна ходишь, как дурочка вообще? Где твой мужчина? Или вообще сама осталась одна? Ты здесь их подшивала с тебя. Есть такие мысли? Рассказывай. Ясно. Продолжаем дальше. Да, главное не останавливаться, не верить уму, когда он говорит, что с тобой что-то не так. Никогда не верили. Скажи, а как могло быть по-другому? Конечно, со мной не так.
одной девочкой я общаюсь, она ходит по городу и сама с собой разговаривает. Громко. Она говорит, на меня уже люди внимание обращают, они думают, что я уже сумасшедший. А я говорю, чего? Она говорит, ну я хожу, и пророк прямо, он мне говорит там, ну ты вообще, куда ты пошла? А я ему говорю, слышишь ты, куда я пошла? Я знаю, куда я пошла, не твое дело вообще, куда я иду. И говорит, на меня люди начинают оборачиваться и отходят от меня. Ну, говорит, получается иногда у него поставить его на место. Я говорю, ты там сильно не это самое, не вовлекайся в эту ерунду, потому что, может, тебя придут, заберут, отвезут куда-то. Она говорит, я не боюсь, пусть забирают. Этого дурака сдам в дурдом, блядь. Она точно не боится, или она ошибается? В смысле ошибается? Она ходит, разговаривает с ним постоянно, в маршрутке сидит, разговаривает. Если бы боялась, молчала бы, говорила бы втихаря, как все. Ну, некоторые люди могут подумать, что это уже шиза. Но она знает, что это не шиза, это просто разговор с умом через громкую связь. А что перед ней извиняться? Извините, что вы дура? Ну это как начальный такой этап, просто ты же не знаешь, на самом деле ли она дура, или на самом деле ли она виновата в твоей жизни. Это как показатель того, что ты ее не воспринимаешь, злишься на нее. Из-за себя, не из-за нее. Да, потому что ты иногда боишься высказать ей, а тут это накипело, она собиралась и высказываешься. Это освобождение. Ну, ты должна ты должна осознать, что она ни в чем не виновата. Это твое восприятие ее такой. Она, как человек, не может поменяться, подстроиться под тебя. И ты не можешь подстроиться под нее. Ты можешь ее воспринимать такой, какая она есть. Но пока ты ее не можешь воспринимать такая, какая она есть, ты противоречишь ей. Ты учишься воспринимать не только ее такой, какая она есть, а и людей, но через нее. Когда ты увидишь, какая ты, начинаешь воспринимать себя такой, какая ты есть. Мне не нравится себя. Как? Мне не нравится то, что я себе замечаю. Когда я что-то говорю, поступаю. А чего тебе не нравится? Вижу. Ну, что тебе, например, не нравится в тебе, что ты видишь? Общаюсь здесь с теми людьми, у кого я могу, например, получить какую-то информацию, или с кем мне комфортно. Мы сейчас о свекрови. А, про свекрови, что мне в ней не нравится? Ну, что ты в себе чувствуешь выгоду от нее? Или что? Ну,
Мы же про тебя говорили, чтобы ты узнала о себе, чтобы ты приняла себя такая, какая ты есть. Ты индивидуальность, ты, блин, ну, не похожа ни на одного человека в этом мире. Ни на одного. Как ты себя можешь приучить, чтобы ты была похожая на кого-то? Как тебе этим стать? Не надо тебе этим становиться. Ты должна знать, что ты ни в коем случае не можешь быть похожей на кого-то. Даже не придумывай себе, что ты должна быть другой. Не такой, какая ты есть. Не придумывай себе это. Чудо, какая я есть. Она не может тебя принять такой, какая ты есть. Потому что она пока себя не принимает такой, какая она есть. У нее есть сопротивление с собой, значит, будет сопротивление с тобой. Ты должна учиться принимать себя такой, какая ты есть. Именно себя. Научившись принимать себя такой, какая ты есть, ты научишься принимать людей всех такими, какие они есть. Но ты не будешь от них требовать, что она не принимает тебя такой, какая ты есть. Тебе это не нужно будет. Ведь я тебя принимаю такая, какая ты есть. Мне нравится. Любая ты. Именно ты настоящая такая. Но в других глазах тебе кажется, что ты неправильная. Тебе надо поменяться. Надо стать лучше. Потому что ты плохая. Ну нет, как ты можешь быть плохой, если ты такой родилась? Да. Ну я тебя не понимаю. Да я с собой борюсь. Ты говоришь, а я думаю, нет. Ну вот, тебе да. Не надо бороться с собой, потому что ты такой родилась. Это такое... эксклюзивные произведения искусства тебя, за это благодарить надо Бога только. Что ты родилась не похожая ни на кого. 8,5 миллиардов человек, и ты ни на кого не похож. Ха-ха, как круто. Я должна быть похожа на те стереотипы, согласно тех стереотипов, которые у меня в голове. Вот это у меня просто промелькнуло. Значит, выбрось стереотипы, что ты должна быть похожая на то, что люди говорят, чтобы ты была такой. Ты оставляешь это, ты не можешь уже быть такой, потому что когда ты пробуешь стать такой, какой говорят люди, тебе больно, тебе неприятно, ты злишься, ты ненавидишь всех из-за этого, ты можешь кого-то ударить палкой какой-то по голове. Может все произойти. Люди берут оружие и заходят куда-то в какое-то здание и начинают убивать других. Потому что они их ненавидят, потому что они им говорили, что они неправильные в этом мире. Дети это делают. Заходят в школу, в класс и убивают своих одноклассников, однокурсников. Из-за чего? Да потому что они устали от этой пиздобратии, которая им говорит, что они не такие, какие должны быть. А что, вы такие, какие должны быть? Ну я посмотрю сейчас на вас. Когда вы умрете, блядь, рот закроете, глазки... и молча будете смотреть, вы сразу станете такими, какими вы есть. Ну, человек не понял, который взял оружие, что восприятие его таким, каким его воспринимают, он не является этим.
должна помнить, что ты такой не являешься. Неважно, кто тебя и как будет видеть и что о тебе говорить. Ты такой не являешься. Ты являешься только такой, какая ты вот прямо сейчас, на данную секунду. Ты будешь и так меняться, неважно в какую сторону. Потому что некоторые говорят, лучше, ухудшую, а если я ухудшую поменяюсь, неважно, какая разница. Надо в худшую, ты поменяешься в худшую, надо в лучшую, ты поменяешься в лучшую. Это будет не зависит от их мнения, от твоего состояния. Но ты разрешаешь себе быть плохой и хорошей. Ты не закрываешь себя плохое, а только хорошее открываешь. Точно так же, как и чай можно пить, есть с сахаром и без сахара. Он имеет право быть и таким, и таким. Могут считать тебя эгоисткой, но ты не эгоистка. Ты проявление Бога, проявление жизни, проявление того, что сейчас я вижу. Что бы люди ни сделали с тобой, навешали ярлыки на тебя, я эти ярлыки не вижу на тебе. Ты прямо сейчас чистая и свободная. Ярлыки – это как кофта. Взяла ты на себя кофту, одела, ты стала кофтой. Нет. Если ты снимешь с себя кофту, что-то поменяется? Нет, ты такая же останешься. Сиська станет выше, ниже какая-то, или там писька чуть-чуть раздвинется, сдвинется. Что случится? Ничего. Но так же и... Не только внешнее, так же и внутреннее. Ярлык, он не является тобой, и ты не являешься ярлыком. Секунду ты себя можешь воспринимать так, можешь себе напоминать что-то, не важно, что происходит. А если еще глубже копнуть, то ты просто наблюдение за наблюдающим происходящим всего. Ну, оставайся наблюдением. Если ты еще не дошла до наблюдения, будь тем, кто ты есть прямо сейчас. Пока. Вот на данную секунду ты вот Наташа Казак, мама Миры, дочка мамы, как ее зовут? Светы, дочка папы. Степа. О, дядя Степа, великан. Ну все, ты на данный момент такая. Да-да. Потому что эти идеи, что надо быть тем, даже просветленным, еще что-то. Даже идеальным, даже не отличницей. Разница. Ну, спасибо. Есть знание о просветлении, но сам просветленный не является просветленным. Просветлением каким-то. Как бы ни называли просветленного, он не может быть просветлен. Потому что это ярлык. Это как кофту одели,
на него с именем просветленный. Сняли с него кофту, он что, перестал быть просветленным или стал просветленным? Ничего не меняется от этого всего. Твой же папа не дядя Степа Великан. А это с мультика я помню, дядя Степа Великан. Ну, он же не этот дядя Степа, а просто Степа. Наташа, казак, папа. Пока. Потому что Наташа его воспринимает как папу. Но он не является папой. Он просто дядька, у которого появилась девочка. Есть у кого-то вопрос? Мясо. Да. Нормально. Неплохо. Что, хорошо слышно? Слышно. А как не решать проблемы? Вот просто как проблема за проблемой. А как вот этот корень убрать? Или это либо случится, либо нет. Просто ждать. Ну, можно видеть со стороны ума. Ты есть, а то ты пропала, видео? Да. Можно видеть со стороны ума это как проблему, а со стороны жизни не видеть саму проблему, потому что это не проблема для жизни. Поэтому, видя через ум проблему, ум захочет ее решить. Не всегда появляется решение какой-то проблемы ума. Да? Или оно решается, но очень медленно. А ум хочет, чтобы это все случилось быстрее. Или если появилась проблема, ум говорит, что я не хочу проблем. Зачем мне такие проблемы? Почему у других нету таких проблем? У меня есть такие проблемы. Поэтому не все могут научиться останавливаться и смотреть на происходящее
той ситуации, которая происходит. Потому что решение может быть через ум, и решение точно так же может быть через жизнь. Но мы не дожидаемся решения через жизнь, да? Потому что это долго может быть, или это кажется, что это не будет решено никогда, если мы не будем что-то двигать куда-то. Но сама жизнь будет двигать тобою, твоим же умом. В нужное время, как-то оно, жизнь скажет, давай, делай это. Да, именно в тот момент, когда жизнь будет говорить, чтобы это происходило. Но это надо довериться. Настолько жизни это как у речки доверие есть, что она не будет стоять на месте. Она двигается. У воды есть течение, движение. Какими путями, да? Если посмотреть на вид сверху карту, то, конечно, человек некоторые может на это все посмотреть, а там вот такие извилины все. Ну, чего не сделать прямо? Ну, речка не ищет легких путей. Жизнь тоже. А человек ищет легкие пути. Но всегда идет тем же путем, но ищет легкий путь. Но все равно идет этими зигзагами. Все равно идет вдоль речки, потому что он не может переходить речку так часто. А есть места, где речку вообще невозможно перейти, то ему приходится идти по течению русла. Но ему, конечно, хочется, они мосты строят через речки, да, чтобы было легче переходить, чтобы было меньше препятствий. И вот им кажется, что они быстрее решат эту проблему, которая появилась. Иногда мы не замечаем, что это сложно, это трудно, это больно, когда мы хотим решить эту проблему не через жизнь, а через ум. Не дожидаясь самого решения, мы начинаем решать. Потому что мы не знаем, что такое решение жизни, что оно может решиться без помощи нас. Что помощь нас только жизнь подвинет, когда нужно будет. Скажет, давай выходи. Или давай заходи. Да, ты иногда идешь, ты остановилась, увидела шнурки развязанные, остановилась, опа, а перед тобой, если бы ты не остановилась и шла бы, там какая-то хрень упала и все разбилось, и там бы тебя убило. Это такая, нифига себе, а что это за фигня такая была только что? А ты говоришь, а нет, это шнурки я завязывала, и пошла, обошла дальше, и даже внимания не обратила, не сказала, о, что, еще не время? Отсюда валить. Спасибо. То есть проблема не проблема. Просто жить и не через ум решать. Они сами решаются. Ну или оно не проблема, или то, что мы хотим, чтобы оно было. Может, нам вообще не нужно уже. А мы этого хотим. А если мы сильно хотим, мы себе что-то найдем. А если мы себе что-то найдем, то мы себе найдем на жопу приключения. Это всегда так. То
есть в любом случае, пока мы живы, пока есть ум, все равно какие-то проблемы, какие-то вопросы, там, то, как ты говоришь, что свекровь, то отношения, оно же все, вот у меня, ну, как бы что-то прояснилось, и свекровь, оно еще прояснит, а как уже что-то другое начинается. Я вспоминаю тоже, как ты говорил, типа, ты этаж там кто-то очистила, уже другой построила, и вот так и происходит. Один начистила, два построила, как его вообще не строить. Ну, потому что ты пока... Это невозможно. Ты пока не научилась осознавать, что не все тебе нужно, все, что ты видишь вокруг себя. Ну, допустим, ты видишь семью, да, а у семьи есть кто? Муж, женщина, они любят друг друга, держатся за ручку, и еще там двое детей бегают, да? Ну, если тебе ручка нужна, сними ручку с двери и ходи с ручкой с двери. Вот я так тюльпану предлагал в Португалии. Она говорит, мне нужна ручка. Я говорю, давай я сниму ручку с двери и ходи с ручкой. Какая разница, с какой ручкой ходить? Она говорит, нет, так мне не подходит. И уехала в Киев, потому что ручка в Киеве. Я не могу без ручки. Хотя я предлагал, разные двери были, разные ручки. Ну давайте, ну, господи, смотри, там ручки есть, какая разница? Можно ручку, которая писать, взять. Один день с такой хочешь ручкой. Мне не подходит. А сейчас уже эта ручка не подходит, с которой она ходит. То подходит, то не подходит. Поэтому ты только хочешь тогда, когда ты смотришь на то, что у тебя нет. А если у тебя этого нет, то ты обязательно захочешь. Ну да. Потому что не ты же хочешь как жизнь, потому что у жизни это все. Это же все в жизни принадлежит тебе. И одна ручка, и вторая ручка, и эта женщина, и этот мужчина, и эти дети, и вся, это все тебе принадлежит. Но сейчас ты не понимаешь, что это все твое и тебе принадлежит. И ты думаешь, господи, а чего у меня этого нет? Я тоже это все хочу. А он тебе говорит, да это все твое, не переживай. А ты говоришь, нет, я их именно хочу собственное свое иметь. Ну так и проблема появляется. Вроде ж проблемы не существует, нет ее. А ты раз нарисовала, создала, и появилась проблема. Ну да. Скучно же жить, когда нету проблем. А решать-то нечего, когда нету проблем. А ты привыкла решать проблемы. То ты создаешь проблему, чтобы их решать. Поэтому не паникуй, даже если ты не можешь решить проблему. Значит, ты такую создала проблему, которая решается чуть дольше, чем обычно. Но придет ответ, придет понимание, придет осознавание, придет движение тебя, когда нужно. Не бойся этого, что она не решается. Значит, пока не нужна эта проблема, чтобы решилась. Потому что если ты решишь эту проблему, ты придумаешь другую. Люди хотят постоянно что-то делать. Никто не хочет остановиться. Даже делая программу, можно ничего не делать. Решать проблему, решать какую-то вот это все, ничего не делая. А как это, если я ничего не буду делать, как это будет делаться? Ну, так. Приезжаешь в аэропорт, а самолета нет. А ты не понимаешь, почему самолета нет. Ну и кому это рассказать, что почему самолета нет? Кто виноват? Иногда некоторые люди себя винят. Некоторые люди других винят.
А это просто такое случилось, такое проявление момента. Нету самолета. Ничего плохого в этом нет. Но он может создать ситуацию, что это плохо, что это очень плохо. Это не просто очень плохо, это вообще уму непостижимо. Я тоже когда-то приехал, добрался в Италию, на машине добирался, потому что не улетел с Австрии. А так как раньше, тогда в то время как раз ловили этих махинаторов, которые покупают типа в одну страну, а остаются в другой стране. Когда перелеты были, так были дешевле билет. А потом их начали вылавливать и забирать билеты у них. Если ты не прилетела, допустим, ты взяла в Италию билет, а не прилетела, долетела только до Австрии, вот я до Вены долетел и дальше не полетел, потому что у меня не получилось. Не из-за того, что я не хотел, не получилось. А потом ты приходишь через 6 дней в аэропорт, ну и ты знаешь, что у тебя же обратные билеты есть. А ты приходишь, а билетов нет. А ты говоришь, о чем дело? Они тебе говорят, ну ты просто не прилетел в Италию, поэтому мы таких махинаторов вычеркиваем. Ну и они не выясняли отношения, почему я не прилетел, из-за чего я не прилетел. А я им хотел доказать, почему я не прилетел, из-за чего я не прилетел. Как они имели право забрать у меня билет вообще. Ну и была злость где-то там минут 5-10 минут. Я потом развернулся, пошел, взял другой билет. И хорошо были билеты, улетел другим рейсом. Останавливаешься, смотришь на это все происходящее. И... Ну ты не знаешь, из-за чего это произошло. Ну, хотя знаешь, почему ты не приехала, но из-за чего ты не приехала, не знаешь. И почему так жизнь поступила с этим всем, с той ситуацией, в которую ты, опа, и попала. Если тебе это интересно, ты раскручиваешь это, раскручиваешь, раскручиваешь, ты находишь варианты, находишь проблемы, можешь адвокатов нанимать, судиться, ну, господи, люди так раскручивают это все. До безумия. А иногда ты просто смотришь на это и думаешь, ну, откуда я знаю, чего так? Потом узнаю. Не надо голосовать. Если надо. А если не надо, то и не узнаю никогда, почему так было. Был урок какой-то для меня. Понимание того, что никто не знает, из-за чего это случилось и кто виноват в этом. Некого винить. Не того человека, за которого я не попал в аэропорт. Не тех людей, которые забрали билет, потому что другие делали действия, из-за чего забирали билет. Кого винить? Никого. Благодарить надо жизнь все. Мы же пришли сюда не обвинять кого-то, не... находить кого-то крайнего. Пришли жить, наблюдать, смотреть. Если мы будем наблюдать, смотреть за происходящим, и ты замечаешь, что в самом происходящем, в самом наблюдении больше кайфа, чем в каком-то действии. Поэтому ты, когда что-то делаешь, ты не делаешь это как деятель, а деятель делает, а ты как наблюдающий смотришь на того, кто делает. И тогда не будет проблем. Потому что даже ты не деятель, а наблюдающий. А тело делает какие-то действия, ум делает какие-то действия, а ты наблюдаешь за этим всем. И можно иногда поржать с этого всего. Когда ты уже стала наблюдающей, когда смотришь на эту всю билиберду,
даже на свои ошибки, которые ты делаешь, это, ох, как смешно. Но не все могут наблюдать за деятелем. Все же хотят быть деятелями и решить какую-то проблему. Потому что ты же не смотришь на проблему, как на действие просто, а смотришь на нее, как на проблему. А если ты смотришь на нее, как на проблему, то ты деятель, потому что есть проблема. А если ты наблюдающая, то ты смотришь, как решится проблема. Она к тебе никакого отношения не имеет. Но помни, что ты наблюдающий. И тогда увидишь, что проблемы нет. Проблема есть, она решается. Это как вдох, выдох, он тоже происходит. Ты наблюдаешь только, ты можешь наблюдать за вдохом и выдохом. Потому что в тот момент, когда ты слушаешь вдох или чувствуешь, слушаешь, вдыхаешь, то ты сейчас не легкий, потому что если ты легкий, ты не заметишь, что ты дышишь. Ты не будешь знать, что есть вдох, выдох. Есть какой-то, как это назвать? Что-то происходит, да? Что-то сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. Не будет знания о том, что ты дышишь. Что ты легкий, легкий дышишь, что ли? Легкие такие, нифига себе, это мы дышим? Вот это мы вообще даем. А тут в нас иногда дым впускают, а мы его потом выпускаем. А вот мы не просто мы впускаем что-то, а потом выпускаем что-то. Оказывается, это мы дышим. И так же и ты не знаешь, что ты наблюдающая за происходящим. Тебе сказали, что ты деятель. А надо быть хорошим деятелем. Не просто дурочкой ходить здесь. А надо так делать, ребенка родить, замуж выйти, мужа иметь, ручку, за ручку держаться и все остальное, что ты вообще не понимаешь. Ты не должна думать, что ручка простая может быть с двери. Ручка всегда должна быть, когда, которая направляет иногда куда-то. Иногда направляет ручка куда-то идти. Иногда говорит не идти, иногда посылает куда идти, иногда не посылает куда идти, иногда ручка приносит цветы, иногда ручка не хочет приносить цветы, говорит, я не буду приносить. Ну и такое всякое. Но в этот момент ты же ощущаешь себя как не наблюдающая из этого тела, а деятель. А деятелю нужны другие деятели, чтобы делали те действия, которые ты думаешь, что надо. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Привет, Вася. Кто ты? А, что-то нормально? Привет, да. А если я пропаду, то тут у мене трохи з інтернетом проблема була. Да, дисконект. Ну я быстро подключаюся. Да не страшно, я не переживаю, что ты пропадешь. Даже если ты умрешь, я не буду переживать. Да я это знаю тоже. Не, просто чтобы, ну, чтобы подождал, типа то. А, мне ждать, да? Ну хорошо. Я подожду, пока ты умрешь, а потом родишься. Ну, короче, вопрос... Короче, да? Задать,
ну, я тут живу, і вийшло так, що я спілкуюся тільки в основному з підлітками, так років 15-14. Ну, я там, тут школа поруч і стадіон, я там хожу. Там нікого, крім них, немає. І, ну... Тебе то слышно, то не слышно какое-то? Ладно, зараз виключу. А чого ти так вухо засунув? Це ж мікрофон, ні? Наушник? Да, это наушники Bluetooth, но я не знаю, что никак. А может это из-за интернета? О, сейчас вообще идеально слышно. Ну все. Меня слышно? Ну короче. Если я пропаду. Если я пропаду, ты не уходи, жди меня. Я уже достаточно знаю. Ну, потрапляється мені тут в цьому норвезькому селі такі люди, що вони, типа, я їм кажуся, типа, якимсь странним, як я розумію, необичним, типа, як дурачок, мені, це мені так кажеться, я не знаю, як на самому. Ну, ти не узнавав, опять же, да? Ти, я тебе говорив узнати, як тебе вважають дураком, каким-то не дураком, или педиком, или кем-то ще там, ну, ким тебе можуть вважати. Ты так и не узнал. Нет, я взрослых питал, у меня с детьми взаимодействие. Ну так детей тоже спрашивай, господи, а что тебе? Скажи, на кого я? Если я педик, то я вас изнасилую, конечно, но не бойтесь. Ну ладно, я спрошу в него, ну просто... Они мои вещи трогают. Один, особенно один малый, короче. А в смысле, он к тебе в квартиру заходит? Да. Да? Да. А что твои вещи, какие трогают? Трусы? Не, за то, что в квартиру зашел, я не переживаю. А какие вещи трогает? Ну, только что я на озере купался, он цей. Пока я купался в озере, он цей. Взял футболку, заховал. Я вылажу из озера, мне нечем вытерти. Ну, нафига тебе вытираться? Я ему показываю, давай футболку. Он ничего не делает. Я беру бутылку с водой, набираю воду, выливаю на него всю воду. Зачем? Потому что я его много раз просил не трогать мои вещи, а он меня не слушает. Так, потому что ты говоришь, чтобы он не трогал твои вещи. Если ты знаешь, он берет твои футболки, приходи, две футболки бери, три футболки, полотенце возьми на всякий случай. Ну и вообще, выходишь из воды и такое включаешь дурака, как будто бы ты дурак на самом деле, но если не думаешь, что ты дурак, и не ищешь футболку. Одеваешь штаны, идешь без футболки и начинаешь идти в сторону дома. Он, конечно, достанет футболку и будет тебя догонять и говорит: «Эй, ты футболку забыл, ты что, вообще дурак, без футболки ходи здесь». Ну ты спробуй разные варианты. Ну вот, и это как бы в этом и проблема у меня, потому что когда это все происходит, я как бы просто в одном каком-то варианте застряю, и не могу побачить, что это больше этого варианта. Но ты видишь, что это не проблема? Что можно без футболки пойти домой? Ну, злости у меня немає такой уже. Ну, так слава Богу. Я все равно ту футболку украл. Ну, тем более. Но меня здесь тоже говорят, что дурак какой-то, сектант. В секту ходит. Или создал секту. Вообще здесь меня люди боятся. Но я на это внимание не обращаю. Дочка переживает, что они меня боятся. К дочке плохо начали относиться, потому что у нее папа сектант и какой-то поц ходит, блин, в тапочках и с бородой, и с волосами. Вообще идиот. И вообще в майках каких-то там. Ну, ходит как бомж. Босиком ходит по городу. Фотографирует меня, ей скидывает, говорит: «Это кто? Ты не знаешь этого чудака?» Он говорит: «Это папа». И у него слезы текут. А я говорю: «Чего ты плачешь?» «Ну, потому что мне обидно, ты не такой, как они о тебе говорят». Говорю: «Ты знаешь, что я не такой, я знаю, что я не такой. Какая тебе разница, что они знают обо мне?» «Но мне не хочется, чтобы они о тебе так думали». Я говорю: «Главное, чтобы ты не думала о том, что тебе хочется, что... чтобы они обо мне так не думали. Просто забей.
И она забила. Она говорит, о, перестали о тебе говорить. Ее шеф, в котором она работает в ресторане, и он ей сказал, что а чем твой папа занимается? Он что, в секте? Что он делает вообще? Что-то у него вид такой странный. Я, наверное, ну, волю тебя, потому что мне не хочется, чтобы ты сюда ходила на работу. Ты же дочка сектанта. Ей стало обидно. Вроде он так относился к ней хорошо, а тут я сектант. Стал сектантом. Когда мы с ним встретили, он, ну, встречались пару раз в прошлом году, он не говорил мне, что я сектант. А потом ему кто-то сказал, что я сектант. Он поверил. А потом тот, кто говорил ему, что он, что я сектант, он сказал, что это дурак какой-то. Катя, ты его не слушай, он какой-то вообще маразматик. Она говорит, так папа сектант? Она говорит, не, это он какой-то ненормальный. Он мне такое наговорил за твоего папу, я поверил ему. А я говорю, видишь, Катя, ты перестала верить людям, и люди перестали верить тем, кто говорит обо мне. Поэтому, когда ты перестанешь верить себе, что ты дурачок, или педик, или что-то еще, тогда и у людей мнение о тебе поменяется. Да. Господи, не кричи ты, а, Боже. Ну просто есть какие-то типа ну, взаимодействие, я там был на мосте. И все равно вот, есть какой-то страх, что типа, что они вот реально так про меня думают. И что. Так а чего ты боишься этого, что они про тебя так думают? И больше по-другому не случается, выходит из-за этого. Ну, если о тебе так будут думать, что с тобой случится? Да ничего не случится. Значит, что пусть думают? Если у них есть башка на голове, а она еще и думает, то ты им разрешаешь думать. Просто они как бы на самые больные места давят, я не знаю, как это. Это не они давят, а ты давишь на свои больные места, на которые ты создал. Тебе приходили в лицо, говорили, что ты дурак? Нет. И мне никто не говорил. Дочки говорили через четвертые уши, или через четвертый язык говорили ей, а она мне говорила. Ну, как я не верил им, ей, так же я не верю им, а я верю себе. Даже недавно себя перестал верить, потому что я не знаю, кто я. Иногда кто-то меня спрашивает, а кто ты? Да, я там как-то пришел один раз. Я говорю, я могу встречу провести там сатсанг. А ты кто? А я говорю, я не знаю. А как же мы про тебя будем рассказывать? Я говорю, я не знаю. Я развернулся и ушел. Ну кто я, Женя? Хер его знает. Да, просто изначально я вообще хотел, понял, я постоянно ему этому малому казал, что если он будет мне трогать вещи, я пойду до него на вечерю до батьків его. По вечерю с батьками. Ну а чего ты запрещаешь себе это сделать? Ну, после сатсанга идешь к ним на вечерю, и все. Чего ты ему угрожаешь и не делаешь? Ну, вот я думаю, ну, злости как такого и немає. Ну, так это да. Что, злость, разве с ними поужинать? Вдруг они мясо едят. Ну, и что, ты говоришь, я веган. Откладываешь мясо и ешь без мяса. Если вы кушаете мясо, мясо мне не ложите, пожалуйста.
Да, просто понимаешь, опять я начинаю путаться в том, что я, что жизнь, как ты говоришь, жизнь все сделает, как бы я про это только что думал, и мне вообще спокойно как стало, и как бы не захотелось уже никуда идти. Думаю, ну, типа, и так все понятно, типа. Ну, покой нам снится, когда нету сатсанга. Покой нам снится, когда нету сатсанга. Ну, закончится сатсанг, ноги, руки, вперед, идешь и ужинаешь. Чтобы потом не снился покой. А то ты будешь думать, что было классно, пока был сатсанг, а стало плохо, потому что сатсанг закончился. Поэтому идешь к ним и общаешься с ними. И говоришь им, блин, такой у вас прикольный сын. Я прихожу, купаюсь, он футболку мою спрятал. Хотя она мне не нужна, потому что я ее украл, я себе другую украду. Если что, я и тебя научу, блин, воровать. Не бойся. Так вони ж просто, от, понимаєш, далі, да, от, я про це думав, є тільки маленький страх, що вони це, типа, розкрутять, і малий ще починає по-любому брехати щось, що я ще винуватий окажуся. Женя, так ти не бойся, все, що буде відбуватися, пусть відбуватися. Ну, правда вилізе все одно наружу. Она всегда проявляется. Правда проявляется. Вранье гниет и проявляется. Прыщ. Знаешь, такой прыщ или чирик. Он начинает гнить, но все равно вылазит. Дырка иногда остается, но все равно он вылезет. Он не сможет долго там находиться. Ты его выдавливаешь, он вылазит. Он такой, фу, бля, что за говна здесь была? Так и все, вранье оно же не останется, оно же вылезет наружу. Видишь, Елизавета какая умничка. Пока мы здесь общаемся, она порядки наводит. А ты, пока мы общаемся, ты уже решишь, что ты пойдешь на ужин к людям. Пообщаешься. Будет у тебя новые знакомые будут. Не только будут подростки. Взрослые появятся. Из-за подростка у тебя появятся взрослые друзья. Ну да, получается, я себе на трошки вже наображав, що все-таки реально ти кажеш, мені трошки вже такі трошки страшно, но в принципі можна сходити чи ні. Да, конечно, нужно сходить, но если у тебя нету знакомых. Просто приходишь, берешь какой-то пирог или что, чаю попьете, пирог съедите и все. Шоколадку возьми. Какая разница, господи. Взял шоколадку, пришел чаю попить с ними. Познакомиться. Я уже так здесь давно живу, а ни с кем не общаюсь чего-то. Давайте будем знакомиться. И знакомишься с людьми. Тихонько будет, когда ты не будешь говорить, что я тихонько. Поэтому не переживай. Потом уже ты на следующее воскресенье расскажешь, как произошло. Потому что если ты будешь думать, то ты придумаешь как. А если ты не пойдешь, то это будет придуманное действие, которое не произошло на самом деле. Это будут выдумки ума. Ум так и выдумывает потом разные варианты, придумывает себе и верит в эти выдумки. И продолжает верить, и этим живет. Но ты ему не разрешишь делать выдумки, когда ты сделаешь действие. Потому что ты видишь саму реальность, которая происходит. А что до этого я не бачу? Потому что ты не делал действия. Ты боишься сделать действия. То есть, от меня самого, как тела, это не залежит. Просто это трапится. Это зависит лично от твоего ума. Будет действие или не будет.
Если ты не послушаешься ум, что не нужно идти на ужин, а пойдешь на ужин, это и будет действие вне зависимости думания ума, что не нужно идти. А ты пойдешь вопреки уму, и тогда ум становится слабее. Если у него было 100% слушание его, да, ты всегда слушал ум 100%, то здесь на 1% станет меньше. Ум станет слабее на 1%. Одно действие, и на 1% ум стал слабее. Потом следующее действие, потом ты смотришь, ум слабее стал на 10%. Потом ты смотришь, ум стал слабее на 50%. Потому что ты начинаешь делать действия не те, которые он говорит, а те, которые я тебе сказал. А потом ты смотришь, что ума осталось 10% только говорения, что надо делать. А ты в этот момент уже даже не обращаешь на него внимания, потому что это как летел самолет раньше, да, гудел, да, а тут как будто бы комар пролетел, и ты его и не услышал. Все. Он тебе говорит, кричит, а ты его не слышишь, потому что он так далеко оказался, у него так мало силы, у него так мало энергии, у него 10% всего осталось на выжимку тебя заставить сделать какое-то действие. А потом ты смотришь, у ума вообще никаких прав нет. 100% только ты владеешь ним. Не он тобой, а ты ним. И все. И тут началось. Жизнь в кайф. Ты идешь по городу, говоришь, привет. А тебе могут показать так, а ты говоришь, да-да, привет, как дела? И улыбаешься им. И продолжаешь идти. Или ты идешь, а тебе навстречу идут и говорят, привет. А ты их не знаешь, а они здороваются с тобой, ты им говоришь, привет. Но ты не задаешь себе вопрос, для чего они поздоровались с тобой. Потому что они увидели, что ты открытый человек, идешь, открытое сердце, и ты себе идешь с большими открытыми глазами, прямо им смотришь в глаза, у них нету выхода. Если ты на них смотришь, значит, ты какой-то знакомый, ты увидел знакомого, они тебя не помнят и говорят «Привет!» и проходят. Я обычно уступаю дорогу всем людям. А тут вчера семья из 7 человек, все остановились, стали между машинами и пропустили меня, охерел. Ну, я не придавал этому значения какое-то. Но так сегодня случилось. Семья из 7 человек стала в сторонку, чтобы я прошел. Они еще все улыбнулись мне, я так и сказал спасибо. И почекал дальше. Наверное, я уже настолько науступался дороге, что мне уступают дорогу. А может, следующего такого раза не будет. Ну, какая разница? Это происходит. Что-то происходит в мире. Да, ну, ладно, что-то сделай. Да не придумывай себе вертолета с самолета. Пусть летит самолет и пусть летит вертолет, если есть. Все. Делаешь действие. Это я сейчас говорю, твой ум станет слабее на 1%. Это очень много для тебя. Это бесконечность. Это вроде одно такое маленькое мгновение твоей свободы, но это для тебя будет такая энергия охерительная. Да, пора уже за 9 месяцев тут что-то сделать такое. Да, Господи, ну конечно пора. Душа, боюсь, аж в Норвегии, чем в Украине під час війни. Да это ж твой ум. Он слабый станет. Сделай действие, увидишь. Потом следующий, на следующий день, следующий, еще на следующий день, это уже 3% у него не будет силы. Представляешь? И если ты 100 действий сделаешь против него, это все, его не существует. Это всего 100 дней, представляешь, 100 дней его нету, ума твоего.
И ты приходишь на сатсанг, говоришь: Вася, спасибо, все, я больше не приду к тебе. Я счастлив. Чао, какао, бомбино. Чудак, я рад тебе, что я тебя встретил. И все. Не жди меня, я не появлюсь больше. Даже интернет, если не пропадет, я не появлюсь. Я не расстроюсь, я буду рад только за тебя. Родился еще один новый человек в этом мире, и все. А слабого видишь делать? 100 дней противодействия уму. Это слабаки только могут сделать. Сильные люди этого не могут сделать, потому что они настолько сильные умом, что не могут сдаться уму. Но я в тебя верю. Действуй. Спасибо. Пожалуйста. Начало было, когда ты пошел спрашивать у людей, как они тебя воспринимают. Но ты остановился, надо было дальше, дальше действовать. Энергия же появилась у тебя, когда ты спросил одного человека, второго. Да. Да, но ты же чувствуешь, какая это всплеск какой. Офигеть, это 1% всего освобождения от ума, а там энергии столько, блядь, полилось, что вообще ты не знаешь, ты готов горы перевернуть. И ну, тут... у меня так и было в школе, я вот там в школе. И тут только тебя ум захватил, и ты такой, ну, все, вся энергия пропала. Горы переворачивать я не могу уже. 1% только, действуй. Может, еще у кого-то есть вопрос? Осталось 9 минут. И можно остаться без ума, стать безумным. У меня есть вопрос? Да, давай. Ты хочешь стать безумным? Он связан с тем, что ты отвечал сегодня, но я решила задать свой индивидуальный вопрос. Насчет того, что как не оценивать и не придумывать себе, как я выгляжу в глазах людей, когда я говорю что-то или делаю что-то. Как не вестись на это, типа, как я выгляжу в глазах людей, или дурочкой, или кем-то еще. Еще раз задай вопрос. Не послушай его. Потому что ты задавал, а не слушал. Как делать действие, не оценивать его и не вестись на свою же оценку, как я выгляжу в глазах людей. Или как я оцениваю сама себя. Ну, как можно сделать действие, чтобы не оценивать себя? Какие можно сделать действия, чтобы не оценивать себя? Никакие, что бы ты ни делал, ты будешь оценивать себя. Нету каких-то действий, которые ты не будешь оценивать себя. Тебя научили делать оценку. Не только себе, а всему вокруг тебя. Поэтому не надо искать действия, где не будет оценки, а перестать делать оценку самого действия. Сделала действие, и ты знаешь, что это действие было самым прекрасным на этот момент, которое ты могла сделать.
Только ты могла такое действие сделать, которое ты сделал. Другой такое я не мог сделать. Даже если он делал, но он не мог так сделать, как ты сделал. Только Влади по силам сделать такое действие. Ну и взять 1000 человек, из 1000 человек не все скажут, что ты дура. А 10 человек скажут, что ты дура, а 90 человек скажут, что ты, блядь, вообще крутая. Но поверишь 10%, чтобы разрушить себя. Потому что ты настолько веришь, что ты дура, у тебя не обратное происходит. Не 90% и 10%, да? У тебя 90% веры, что ты дура, а 10%, что ты не дура. А когда будешь делать действия, люди сделают наоборот. Дура 10%, а самое лучшее 90%. Потому что это еще в тебе держится. Да, и надо именно себя начинать разрушать в себе. Разрушить в себе это можно, когда ты можешь спросить. Ну, если ты спросила одного человека, он сказал, ты дура. Ты идешь дальше. Спрашиваешь другого человека. Третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого. Это как подтверждение себя, да? Ты хочешь подтвердить себя, что ты не дура. Потому что самостоятельно ты не можешь это сделать. У тебя нету сил пока на это. Но спрашивая людей, прямо приходи и спрашивай, скажи, только говорите мне правду. Я хочу правду. Неважно. Не думайте, что я обижусь на вас. Не переживайте, что я обижусь на вас. Просто мне скажите правду. Вот, например, сейчас расскажи мне, которое ты сделала действие, и ты себя посчитала, что ты неправильно сделала действие. Вот прямо сейчас расскажи. Где ты посчитала себя, что это было неправильное действие. Прям такого вида неправильного действия нету. Есть просто оценка, что я могла видеть глупо и при этом. Ну, если завяжешь. Эту оценку и расскажи. Ты же сделала действие, а сама оценила себя, что это было глупо. Вот расскажи про это. Какое действие ты делала, когда ты себя посчитала, что ты глупая? Ну, например, у меня возникает иногда желание пообщаться в Инстаграме в прямом эфире. Что у тебя появляется желание, что? Появляется желание пообщаться в Инстаграме в прямом эфире. Но у меня нет особой темы, о чем говорить с людьми. То есть я могу зайти и просто находиться и не иметь ничего, типа, никаких тем и планов, о чем говорить. Мне просто не хочется это делать. Хочется? Ну да, но я делаю. И что? Ты считаешь, что это глупо? Ты прямой эфир типа ведешь, что ты говоришь? Да, но я могу ничего не говорить, а просто... Сидеть и молчать. Сидеть, да. И ты считаешь, что это что? Глупо, да? Да, я могу посчитать, что зачем заходить в прямой эфир, если ты ничего не говоришь. Это типа зачем? Это глупо. Глупо, все, молчи. Александр. Твое мнение, это глупо или нет? Заходить в прямой эфир в Инстаграм и ничего не болтать. Александр, который я? Да, да, глупо? Ты. Не глупо. Не глупо. Один человек. Ты считай. Вика. Не, вообще нормально. Не глупо. Два человека. Лиза.
мне кажется, что это смешно. Но это глупо? Нет. Не глупо. Спасибо. Тюльпан. Это совсем не глупо. Это круто. Четыре человека. Женя. Дурко, давай говори что-нибудь. Я не знаю. Ну, ты включил камеру, вышел в прямой эфир и сидишь как поц, молчишь. Это глупо или нет? Смотря на стика долго сидит так. Да не важно, тебя спросил, или глупо это, или не глупо. Не ты сидишь. Ну, ты увидел... Это прикол, это прикол. Ну это глупо выглядит. Ну... Да говори правду, бля, не стесняйся. Нет, нет. Не буду. Оксана. Вот я бы тоже считала, что я глупо выгляжу. Если бы кто-то сделал, я бы тоже думала, что это глупо. Если бы кто-то сделал, это глупо. Ну да, потому что если бы это я делала, для меня бы это тоже было глупо. Ну, я бы себя глупо чувствовала. Видишь, я тебе говорил, что это будет там 10% на 90%. Наташа? Ну, для меня это странно сидеть. Это глупо или нет? Просто и все. Глупо, не глупо? Нет, не глупо. Не глупо. Не глупо, но странно. Ну, странно. Ну, девушка со странностями, она такая. Но не глупая. Тамара. Это своеобразно. Глупо, не глупо, блин. Ну, что вы много так говорите? Социальный я не обижусь. Ну, не полюбителя. Нет, ну, глупо, не глупо, здесь не то фраза. Если мне нравится эта тишина, я сижу и слушаю. Она считает себя глупой. Она считает себя глупой. Ты ее посчитаешь глупой или не глупой? Ну, она что, ненормальная или что там? Ну, села и молчит. Для меня есть интересно, неинтересно. Вот так. Глупо, не глупо, здесь нет этого. И мне интересно, я смотрю, мне интересно выключаю. Я не спрашивала интерес. Нет, не глупо. Не уходи от ответа. Да, нет. 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 Все. Барсик. Чёрт. Это глупо или нет? Представляешь, вот это... Нет. А, нет? Ну, все, видишь, сразу нет. Дурочка, ты можешь сидеть возле стены и просто смотреть в экран, правильно? По-любому. Ну, имеет право точно так же, как стена сидеть, так же и она может сидеть. Чего стену можно показывать, а себя нет, как стена. Спасибо, Барсик. Кто-то еще есть? Кто-то будет нет? Сидеть и любоваться. Да. Он скажет, нихера себе турки, представляешь, сколько там турка водит. А кто-то еще есть или нет? Или все сказали? То я не вижу, у меня там дальше не открывается. Ну, значит, все, да? Ладно, видишь? Твое подтверждение. Один человек только такое мог подумать, потому что она о себе такое же думает. Что это глупо. Поэтому если ты о себе будешь думать такое, то это будет выглядеть глупо. Но если ты не будешь думать о себе такое, то это будет не глупо. Это будет просто смотрение происходить. Никто же не знает, чего ты смотришь просто так. Просто включай себе и выходи в прямой эфир. Можешь это и оставлять в Инстаграме. И все, кто тебя считает глупой, удаляться.
потому что ты будешь продолжать выставлять свои глупые смотрения в экран. Видишь, как легко собрать о себе неправильное мнение. Почему у меня это мнение о себе есть? Типа, зачем мне нужно подтверждение от людей? Ну, это как подтверждение, это как показатель, что ты не глупая, потому что у тебя есть думание об этом. В эту сторону, думание о том, что ты глупая. Если у тебя начнется думание о том, что это не глупо, это просто смотрение на экран, в камеру, смотрение в камеру. Иногда ты можешь смотреть в камеру, а потом остановиться между камерой и тобой, остановиться где-то по центру и смотреть. А потом начать смотреть в себя. Не важно, что это происходит, ты снимаешь себя или не снимаешь. Какая разница, что будешь просто в стенку смотреть, что будешь смотреть в камеру? Какая разница, что ты делаешь? Сейчас, блин, таким всяким делятся люди. Иногда листаешь и думаешь, о, господи, а что это такое вообще происходит? Ну, происходит. Ты представляешь, как люди думают о Путине, какой он глупый. А он себя таким не считает. Поэтому делай действие, которое он делает. Он не противоречит людям, чтобы его считали таким. Поэтому твое проявление может быть смотреть в камеру. Может, для начала тебе надо научиться просто смотреть в камеру. А потом ты начнешь какие-то глупые слова говорить. А потом появятся глупые люди, которые будут слушать твои глупые рассказы. Нет, ну сегодня был один человек, с которым я разговаривала. А как ты говорила с ним? Там можно говорить? Или он писал? Он кто-то писал, и я просто говорила, отвечала на сообщение. Ну и все, видишь, уже появился человек, с которым можно пообщаться, с таким же глупым, как и ты. Ну, конечно, о глупости говорили, правильно? Как могут два человека глупо говорить о чем? Только о глупости. Ну, с нами понравилось. Не понял. Уже перестала быть глупой? Из-за одного человека? Я тут, блядь, опросил уже 10 человек. А ты из-за одного перестала быть глупой? Нафига я перестала? Нет, потому что я сделала это действие, и мне понравилось. Что сделала? Я сделала это действие. То, что меня волнует, то я и делаю. Но потом... Да любое действие ты можешь делать. Ты же не знаешь, что жизнь может еще сделать через тебя. Любые вообще действия могут происходить. Вообще любые. Так же, как и происходят. Совершенно непонятные для людей иногда действия других людей происходят. Мне совершенно непонятно, зачем люди саблю засовывают в рот. Я не понимаю. Но они это делают, и мне это нравится, чего нет. Пусть делают. Хорошее горло. Другим бы позанимались лучше, чем саблю. Да ну всему быть. Бог никому не запрещает. Ты это можешь делать, это не можешь делать. Человек может тебе запретить. Это я имею право делать, это не имею. А запрет произошел от чьего-то мнения, он сказал, это тебе не надо делать, это надо делать.
Поэтому оставите все желания тех людей, которые тебе говорили, это нужно делать, тебе это не нужно, это правильно, это неправильно, это ты запомнила чье-то мнение и привязала его к себе. И используешь как будто бы на свое тело, на свое сознание, на свое мнение, ты это используешь. Перестань это использовать. Я не хочу это использовать. Ну и все. Если ты не хочешь, ты делаешь действия, которые ты хочешь разрушить, эти противодействия против тебя. Это как дети отстаивают себя, да? Мама говорит, кушай кашу, он говорит, я не буду, кушай кашу. Я не буду, я тебе сказал, кушай кашу. Он говорит, не буду. Не будешь, не пойдешь гулять. Не пойду гулять, я все равно кашу не буду есть. Я тоже так же отстаивал, когда молоко не пью это, с этой шкуркой или сверху. Да. Пей, я говорю, не буду. Гулять не пойдешь, не пойду. Все пойдут гулять, а ты нет. Ну, хорошо. Страшно меня удивить. Женя ушел, не бойтесь, он вернется. Он передался. Если что, чтобы не боялись, что у него нет. Вы видите, он уже заходит. Все нормально. Женя им всем сказал, чтобы не боялись, что ты уйдешь. Ну что, все, будем заканчивать, да? Лиза, у тебя нет вопроса, да? Елизавета или Лиза можно просто, да, или как? Да, просто Лиза. Просто Лиза. Нет вопроса? На короткий какой-то могу еще ответить. Я. А это не короткий. Если я... Ну давай, я коротко отвечу. Да. Чувствую сопротивление в том деле, которое мне надо реализовать. Еще раз? Если я чувствую сопротивление в том деле, которое мне надо реализовать. Откуда ты знаешь, что его надо реализовать? Ну, потому что подтверждение людей, которые мне сказали, что это надо сделать. Ну, это подтверждение людей, а не подтверждение тебя. Поэтому и сопротивление. Меня. Поэтому и сопротивление в тебе, потому что люди говорят, что на это надо сделать. Это ну, же... я действительно знаю, что это надо сделать, а это хочу же... договориться раньше, не, а раньше. Не твое желание. Это нужное действие, не твое желание. Ты не ждешь твоего желания, чтобы это действие случилось. А ты начинаешь делать уже заранее. Когда ты садишься на унитаз, хочешь какать, и дуешься, дуешься, и появляется геморрой. И ты сделала хуже, чем было. Но ты старалась, потому что тебе сказали, надо покакать. А ты старалась. Ты делала все для этого. И сделала хуже себе. Ради людей, которые сказали, что это уже надо. Поэтому у тебя появился геморрой. Из-за чего? Из-за желания других людей, чтобы ты это сделал. А у тебя не было желания. Ты не сказала, что у меня пока нету желания, я не буду это делать. У меня как желание появится, тогда я пойду и сяду, и пока без проблем, сразу, мне дуться даже не надо. Ага, то есть как только у меня есть желание и решимость, я иду и делаю.
появляется желание, и все решается. Но у меня нет сил на это желание, у меня нет сил на действовать. Потому что это не твое желание. Ты будешь дуться, дуться, дуться. Я же тебе только что показал самый легкий пример, что может быть. Когда появится именно твое желание, произойдет действие, и все случится. Мгновенно, так как по щелчку. Оп, и все случилось. Потому что это будет твое желание. Жизнь скажет, о, наконец-то она пожелала. Все быстро-быстро давайте, потому что она пожелала, надо все сделать, что она желает. Это как в сказке. По щучьему велению, по моему хотению. Печка, вставай и иди. Да, ты просто не замечала, как это случается с тобой. Не видела, не... Иногда даже это случалось с тобой, но ты привязывала это действие к себе, что ты это сделала. Не это не случилось, а ты это сделала. Трудными шагами, трудными, потому что ты сидела, дулась, дулась, геморрой, но ты дуешься, дуешься, такая, фу, покакала, господи, это случилось наконец. Если бы я не сидела, не дулась, оно бы не случилось. Но разве никогда не случалось, оно само случается, правильно? Ну, само случилось, как я сюда приехала. Это было, да, легко, как... и я не планировала. Точно так же и какать случается. Ты, когда появляется желание, ты приходишь, снимаешь штаны, трусы не забудь снять, и раз, и оно случилось. Я понял, естественным путем. Да. Но мы не дожидаемся этого естественного путя. Это как про речку я говорил, да? Речка изгибы имеет. И человек не хочет это, идти вдоль речки, потому что это ж долго идти. Он начинает мостики делать напрямую, чтобы быстрее, быстрее, быстрее. Приходишь туда и сидишь и ждешь. Ждешь день, ждешь второй день, ждешь третий день, ждешь четвертый день. О, случилось. Через 4 дня. Пришли те люди, которые должны были прийти, но они шли по речке, не через мостики. А ты бы тоже шла через по речке и наслаждалась бы, да? Речка, природа, птичек поют, птички. А ты спешила, сломя голову, чтобы успеть. А все равно придет человек, который нужен в твоей помощи, он только придет тогда, когда он придет. А ты думала, что уже надо прибежать, тогда быстрее это случится. Угу. То есть в данном случае не надо торопить события? Никогда. Тогда ты увидишь, и ты получаешь удовольствие. Ну, у меня всегда так. Если мне не хочется, я не делаю. Вот у меня появился клиент, да, и надо рисовать. А я не хотел рисовать целую неделю, вообще, даже близко к компьютеру этому не подходил и не включал эту программу. И человек не звонил. Сегодня позвонил, говорит, ой, там уже мастер появился, надо, чтобы вы уже прорисовали. Надо указать розетки, где находиться будут, все, там электрику нужно, дизайн, проект, кухни. А я говорю, ну, в среду, я думаю, созреет, до среды вам скину, все. Я не сказал, что сегодня, завтра, послезавтра, аж на среду. Могу и до среды не успеть. Если она начнет спешить, она подумает, что она быстрее сделает ремонт, чем положено, да? А потом начнутся какие-то там препятствия, она не будет знать, из-за чего эти препятствия. И оно так будет случаться, складываться, что быстрее она ремонт не сможет сделать, чем положено.
Но будут препятствия на пути. Но если она не будет планировать, не будет ставить какие-то даты, на когда это надо, чтобы случилось, а будет идти просто по течению, да, как приплывет, так и случится. Тогда случается, блин, иногда так быстро, что ты не понимаешь, из-за чего это случилось так быстро. А иногда очень долго, и ты не понимаешь, из-за чего долго. Но что в том и в том случае, вовремя. Мы не знаем, когда мы умрем. Значит, вовремя что-то случится, наверное. Нужное время мы здесь пробудем и... Раньше не можем уйти и позже не можем. Чего-то я не знаю почему. Ну вот я не люблю ногти обрезать, да? Мне не нравится. Это так долго. Мне так кажется. Я тягиваю их, не вырезаю. А потом какой-то прекрасный момент, один ноготь обламывается или чуть-чуть и начинает все цеплять. И думаю, господи, быстрее эти ногти нахрен срезать. И ты садишься и срезаешь их быстро. Не замечаю этого как действия, которое ты делаешь. Потому что ты наблюдаешь за действием, которое происходит. Но если ты будешь думать о ногтях, что тебе надо обрезать, это тебя выворачивает. А если это случается в моменте, и ты делаешь действие, и это происходит просто. Все, я коротко ответил. Всем спасибо. Рад вас видеть. Даже кого не вижу сейчас, рад. О, кто-то включился. До новых встреч, да? Как бомбил. И все, а так и все.
что, можно что-то говорить? Что? Если можно что-то говорить? Можно? Да. А ты хочешь говорить что-то? Да. Говори. А почему мне ты сделал, сказал не собирать мнение, не положительное, не отрицательное? Еще почему? Раз? Почему у меня нет сил не собирать никакие мнения, не отрицательное, не положительное, никаких общих мнений? У тебя нету сил? Еще раз скажи, пожалуйста, и послушай. Почему у меня нет сил не собирать никакие мнения, не положительное, отрицательное. Неотрицательное. У тебя нету сил не собирать. Не собирать. А у тебя... Зачем мне нужно подтверждение? А у тебя есть силы собирать? Не знаю. Так я же говорю, слушаю тебя, когда ты говоришь. Вот. Осознай свои слова, вообще, которые ты говоришь. Правильно ли ты вообще говоришь о том, о чем ты думаешь? Сходится ли само думание со словами? Мысль совпадает с теми словами, которые ты говоришь? Это точно так же, как и ощущение. Попробуй передать свои ощущения. Это невозможно. Можно какими-то словами их передавать, но это не будет стопроцентная передача. Точно так же, как и смотрение. Ты смотришь на что-то и попробуй это передать, на что ты смотришь. И как ты видишь это. Потому что смотрение происходит. Ты видишь какой-то объект, но ты не можешь о нем рассказать, так как ты его видишь. Это предположительные будут слова о том объекте, который ты видишь. А его никто не видит так, как ты. Поэтому тебе невозможно будет доказать, что ты видишь этот объект так же, как и ты о нем говоришь. Потому что другие будут рядом стоять и будут говорить, но ты же, блин, о чем говоришь? Но я же на это все смотрю, и я не так вижу это. Ты вообще глупый или что? Ты о чем сейчас? И ты будешь казаться себе глупой, что ты не знаешь, как рассказать про этот предмет. Салют, будьте здоровы. Это как испанцу, который чихнет, и ты ему скажешь, будь здоров. Он не поймет. А если ты ему скажешь салют, он скажет, о, грациас. Поэтому не надо доказывать то, что ты видишь. Нету смысла в этом. Никакого. Это как Женя хочет подтвердить, что он не дурак. Но это как ты хочешь подтвердить, что ты не глупая. Да не знают люди, о чем ты вообще смотришь. О чем это? Ну вот о чем ты вот села смотреть в камеру? О чем это? Ну вот. Мои такие же предположения были к тебе. Но если умный человек будет смотреть на тебя, он скажет, ну, господи, что за дура вообще сидит и смотрит в камеру, еще и молчит. Хоть бы что-то говорил вообще, для чего он это делает, зачем. А ты ему скажешь, ну, происходит смотрение, а он скажет, ну и так происходит смотрение, что ты дура вообще, непонятно, что ты смотришь в камеру, зачем еще, блин, снимать себя, что ты смотришь в камеру. Для чего ты это делаешь?
Умному человеку тебя не понять будет. Ну что это такое вообще, сидеть в камеру, глядеть вообще, ну. Хоть бы на природу шла, смотрела, а тут камера. Как дура. Сегодня при общении с этим человеком я сказала, почему я захожу, ну, почему я это делаю. Сегодня это вызвало, потому что мне страх, когда мне ничего не подготовлено, я просто, когда у меня есть волнение, то и иду на это волнение и делаю действия. И без подготовки, без плана. То есть это была причина. Потому что страшно, когда есть когда нет подготовки какой-то или плана, какого-то видения, как должно быть. Только никто не знает, как должно быть. Я не знаю, как должно быть. Никто не знает. Я вообще не знаю, откуда эта глупость появилась. Ну, не ты. Вообще вся глупость. Не только ты и я. И Барсик, и Тюльпа. Вообще все. Когда на что-то смотришь, и кажется, что это нормально. А когда на то, что смотришь, перестаешь видеть это таким, как ты его знаешь, тогда ты начинаешь смотреть на это все и знаешь, или не знаешь даже. Ну вот как у меня происходит, да? Я смотрю на это все. Есть видение, есть осознавание этого, есть понимание, откуда оно взялось. Да, вот елку смотрю, елка выросла. Дом смотрю, дом построил человек. Дерево, дерево тоже выросло, да. Даешь этому знания свои. Ну, потому что ты же узнала, что елка выросла. Ты же узнала, что дом построили. А потом эти убираешь все знания. Знания об этом обо всем. Отсюда удаляешь. И ты не понимаешь, как оно вообще проявилось, как оно вообще, ну, ну это сложно мне вот задать тот вопрос, который у меня крутится в голове, да, потому что я не знаю, как это обозвать. Я могу таким простым человеческим, долбоебическим умом сказать, а хуй его знает, откуда это вообще, блядь, как оно вообще нахуй сука педерастическое проявилось. Я не знаю, как оно могло вообще взяться. Есть машина, есть дерево, есть дом, есть я, есть тот, который осознает это все, видит это все, слышит это все. Но как это все, о чем я знаю, могло появиться вокруг меня это все. Как оно произошло? То, что есть знание об этом, что оно есть, это хорошо. Но когда убираешь эти знания, что оно есть, ты хочешь узнать о том, как оно здесь появилось до того знания, пока оно появилось знание об этом, что оно есть. Тут начинается загвоздка. Хотел бы на гвоздик повесить, а гвоздика нет.
И ты вроде видишь гвоздик, а повесить не можешь, потому что ты не знаешь, что повесить на этот гвоздик. Это точно так же, как и гвоздика как будто бы нету, а есть что повесить. Это как будто бы ты первый раз видишь все, что ты видишь. А ты не знаешь, как оно называется, все это. Поэтому ты не понимаешь, откуда оно взялось. Потому что ты не знаешь об этом. Есть голова, есть волосы. Они растут. В чем появилась голова и как в голове появились волосы, и они еще растут вообще. Идем изначального. Волосы растут, и мы идем обратно. Росли. Убираем рост. Волос нету. Убираем голову, головы нету. Что тогда? И когда ты это все убираешь, ты видишь, что этого нету. А знание есть, что это есть. И все, что тебя может беспокоить, убери это, как голову ты убрала, и тогда ты не увидишь, что есть рост волос, и волосы еще будут. У тебя есть знание, что ты глупая. Чтобы убрать глупость свою, что ты глупая, убираешь Владиславу. Глупость исчезнет вместе с Владиславой, что она глупая. Тогда что останется? Ничего. И вот это ничего смотрит на ничто. То, что назвали типа камера. Ничто смотрит на ничто. Но умные люди скажут, ну что ты, ничто, как это ты ничто, если ты тело. А там волосы растут. Оказывается, что есть рост, есть волосы, есть голова. Ёханый вабай началось. Всегда надо идти в обратном направлении. Чтобы увериться, утвердиться в том, что есть ли это все. Вот я смотрю, допустим, на зарядку телефона, да? Есть зарядка. Нет, сначала провод, который подключается к телефону. Потом есть зарядка, которая всунута в розетку. Потом есть розетка. Потом в розетке есть электричество. А потом есть откуда приходит электричество к этим проводам. И если убрать электричество, которое приходит в эту розетку и дает напряжение в этот блок питания, которое передает по проводу в телефон, то это все бессмысленное будет вообще. Будет какой-то провод, какая-то коробочка, в которую засунута в другую коробочку, а там коробочка подключена к каким-то проводам. Но для чего это сделали? Если убрать это напряжение в розетке, то через 100 лет, если этого напряжения уже не будет, а кто-то родится и скажет, ну что за долбоебы, нахуя они это сделали вообще?
какая-то коробочка, какой-то проводок висит, что-то туда всунули, что-то для чего-то туда всунули. А еще повесят телефон на этот проводок. Скажут, охереть. Что куда шло, интересно? Оттуда сюда что-то шло или отсюда туда что-то шло? У них загадка будет. Но сейчас есть знание, что оттуда идет электричество, приходит в эту коробочку, а с коробочки приходит зарядное, зарядное уходит через проводочек, и проводочек передает на телефон. А там принимает батарейка, а батарейка передает напряжение на экран, а экран появляется Тамара в экране или Влада. Йохан и Бабай, откуда взялась Влада здесь через проводочек? И если вы это уберете до обратного состояния незнания об этом обо всем, то у вас то же самое получится, что и у меня вопрос. Как это могло вообще произойти? Это как в воде не было лягушек, в бассейне, например, не было зелени никакой, была чистая вода. А потом это произошло, но ты убираешь до их появления, как они появились. Тогда все исчезает, все проблемы, все эти бредовые идеи вообще, что что-то еще и существует. Что еще и ты есть здесь. О, еще кто-то здесь есть, а кто-то ходит. Кто-то еще вопросы здесь задает. О, кто-то молчит прямо в камеру. А еще та, которая молчит, еще и глупой себя считает. Поэтому все, что тебя возвращает сюда, ты убираешь. Сначала знание об этом, а потом оно само начинает исчезать, как то, что ты держишь, или то, что на что ты смотришь. Потому что оно не может удерживаться без знания об этом. Что-то есть, но не знаешь, что есть. А потом и это исчезнет. Вы достигнете легкости такой, непонятной для вас. Видите, некоторые глупые ушли рано. А некоторые дураки сидят здесь и слушают до сих пор. Ну что, будем заканчивать, да? Все равно этого ничего нет.
До следующего воскресенья. Чао, какао. Спасибо. Пока. Всем пока. 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 Пока всем. Пока всем. Счастливо. Счастливо. Всем благ. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всем благ. Что такое благ? Что такое спокойной ночи? Так темно уже. Что? Темно уже, а моя. Ой, нам и светло. Хотя у нее темнее уже больше, чем у нас.